Штаб так называемой ДНР. Такая надпись сегодня появилась перед центральным входом в Министерство внутренних дел. Протестующие требовали отставки Арсена Авакова и команды спецроты полиции Донецкой области Юрия Голубана. В результате мирная акция превратилась в побоище с задержанием. Все подробности узнаем от Александра Васильченко. На акцию протеста под стенами МВД собралось не более 20 человек. Требования – отставка Авакова и полковника нацполиции Юрия Голубана, которого обвиняют в сотрудничестве с боевиками ДНР. На днях в интернете появилось видео, где человек, похожий на Голубана, фигурирует в рядах батальона «Восток». Аваков встал на защиту подчиненного, заявив: «Видео смонтированное». Сам Голубан утверждает, материал снят на учениях еще до начала АТО. Тем временем боевики ДНР подтвердили сотрудничество с Голубаном и назвали его перебежчиком. Участники акции считают, необходимо во всем основательно разобраться. Наші вимоги – відставка Голубана і передання його українському суду. Він був призначений за поданням Авакова, точніше Аваков його. Це повинно бути розслідувано. На требування активістів встретитися з Аваковим ніхто не відреагував. Тоді на асфальті красним цветом вони зробили надпись «Штаб ДНР». Така ж абревіатура з'явилась і на адресній табличці міністерства. Це спровоцировало перше столкновення з поліцейськими. Згідно чинного законодавства будуть вживатися всі заходи, в залежності від ситуації, поки що йдуть перемовини. Тим временем по ту сторону забора за ситуацией в сопровождении 20 автоматчиков наблюдал советник Авакова Илья Кива. После неудачной попытки задержания активистов к зданию подъехал автобус со спецназом. Протестующих взяли в кольцо. Что вы роботы? После задержания на улицу вышел советник министра Илья Кива. Митингующие встретили его с криками и обвинили в коррупции. У тебя квартира здесь, я знаю, напротив этого министерства. У тебя есть квартира здесь? За какие деньги ты ее купил? Я ничего не покупал. Я снимаю. Снимаю квартиру, потому что у меня квартиры нету. У меня нету квартиры. Я снимаю квартиру. Ты ублюдок. Я тоже. После словесных перепалок советник министра стал угрожать протестующим. Мы знаем твою сущность. Вы не можете. Ты шавка Авакова. Все. Вот знаете, это правда. В свободной жизни. Вот ты шавка Авакова. Ну что с тобой говорить? Да потому что он такой же, как Голубан и Абросимов. Да. И ты тоже уйдешь рано или поздно. А зачем берут туда? Только Вот смотри. Придет время, когда я сниму погоны. Понял? Какие погоны? Ну, я дело все в том, что пойду сейчас напишу рапорт и сделаю все то, что я могу сделать. Деятельность министра внутренних дел сегодня активно обсуждали нардепы. Парламентарии считают, к работе Авакова есть очень много вопросов. Ми не маємо відповіді на запитання, хто був у Верховній Раді, на підлозі сесійної зали стояла нога мілітаризованих осіб. Ми не маємо відповіді від МВС і від СБУ. То ці люди, які в повному обмундируванні, без належних пізнавальних знаків, сьогодні борються проти людей. Це запитання до МВС. Напомним, Юрий Голубан стал известен после выступления с трибуны Рады, где жаловался на организаторов торговой блокады на Донбассе. После этого Игорь Луценко обвинил его в убийстве украинских военных под Карловкой. Александр Васильченко, Сергей Еременко. Подробности телеканал «Интер».